Продолжаем нашу работу. Валерий Георгиевич Карпин, главный тренер «Спартака». Валерий Георгиевич, пожалуйста, ваши комментарии к только что завершившейся игре. Комментарии сложная, естественно, игра, понятно. Команда, которая на первом месте, ни одной игры не проиграла. Первый тайм, я думаю, остался плюс-минус в равной игре, но все-таки больше за «Зенитом». Второй тайм, я думаю, все-таки был за нами. Даже не того, без того, что забили в игре по моменту. Ну, к сожалению, потери вынесли опять. Минимали, выбыл на длительный срок. Плюс карточки. Так что будет достойно. Пожалуйста. Здравствуйте, Виталий Соловьев, телеканал «Дождь». Валерий Георгиевич, по первому тайму складывалось такое впечатление, что «Спартак» играет против «Зенита» так же, как против «Челси». Может быть, футболками перепутали, не знаю. Но вот уже после перерыва заметно прибавил. Просто интересно, что вот вы в перерыве говорите футболистам, что они вот, другая команда как будто выходит на поле во втором тайме. Спасибо. Нет, ну если с «Челси» да, то в этой игре не скажу, что играли, как говорили, поменялись футболками «Челси». Да, контролировали, в принципе, ничего не дали создать. Включили там одного момента с нашего аута, сами себе. Создать особо ничего не дали. В центре поля мы, да, проиграли центр поля. Играл Жано. В втором тайме уже вышел Ларри. Другая игра пошла, потому что замена пошла на пользу. Больше мои разговоры в раздевалке. Пожалуйста. Наш традиционный испанский вопрос. Me permite una pregunta en español, sí. ¿Cuáles son los méritos, los principales méritos que tuvo Spartak para derrotar hoy día a Zenit y de paso ser el único equipo que lo ha podido vencer en este torneo? Gracias. Muchas gracias y no, pues nada, los méritos son de los jugadores que han peleado, han luchado y bueno, sobre todo la segunda parte han jugado bien. Esos son méritos. Не будем терять время, идем дальше. Так, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, я вам предлагаю задать. Давайте без микрофона. Давайте без микрофона. Валерий Георгиевич, можете рассказать, что произошло между вами и Денисовым? Вообще, что там произошло в конце матча, уже после финального спуска? Пускай разбираются там люди, которые должны разбираться. Мальчик, ничего еще не достигший, рассказывает, ходит. Проигрывать, я думаю, тоже надо уметь. Мячом запулил. Хорошо попал. Это нехорошо, конечно, что попал в камеру. Ну, не попал никого, попал в камеру просто. Что здесь говорить? Мозги надо иметь всегда в голове. Каким бы ты там великим ни был, в каком бы зените ты не играл, в какой бы сборной ты не играл. Пожалуйста. Валерий Георгиевич, Роман Романов, «Свобода слова». Валерий Георгиевич, какими качествами Андрей Дикань, находящийся всего 2 месяца в «Спартаке», заслужил капитанскую повязку на эту игру? Спасибо. Какими качествами? Ну, во-первых, для начала возраст, хотя бы уже одно из качеств. Плюс уважение, авторитет за 2 месяца. Уважение футболистов. Тренерского штаба заслужил своей игрой, этим отношением, понятно. Плюс строящиеся или вот только начинает строиться команда, то есть людей сегодня на поле, там, которые провели там длительное количество времени, там, по-моему, Веллингтон был самый старый по пребыванию в «Спартаке», по-моему, 3 года же. Так что особо выбор, там, скажешь, там, еще кого-то выбирать из кого-то. Ну, плюс, естественно, человек с русским языком, понятно. Пожалуйста. Шнякин Дмитрий, «Евроспорт России». Валерий Георгиевич, то, что Дмитрий Камбаров сегодня пробивал пенальти, это было заранее определено или это решение игроков? Нет, заранее. Перед игрой сказал, мы сломались. Нет, Камбаров пенальти. Пожалуйста. МТВ плюс. Магеди сегодня был просто велик. Вы ожидали от него такой игры? И в принципе он дальше будет также выступать? В принципе, что? Подробнее. В дальнейшем именно вот на таком же уровне он будет играть? Как сегодня. Как вы считаете, ваш ну, во-первых, сегодня он был просто вот. Великолепен, если был великолепен, то только во втором тайме. Вот. А по поводу того, будет ли он так же играть, не знаю, но у него надо спросить, я здесь почему. Пожалуйста, еще вопросы есть? Пожалуйста. Представляете, как будет выглядеть оборона в следующем матче?
пока не представляю. Может, завтра еще кто-нибудь. Завтра еще кто-нибудь сломается, может, я знаю. А что с Макеевым? С Макеевым ничего страшного. Ничего страшного. Икры свело просто. Все, пожалуйста, вопрос хотите задать? Приводящие. Не знаю. Так, пожалуйста, еще вопросы есть? Если вопросов нет, то еще раз поздравим Олега Георгиевича с заслуженной победой.